Мы будем играть сегодня не просто в танки, это уже само по себе страдание. Потом мы будем играть на Т-95, что подразумевает просто супер страдание. Бог, высвечусь. Только хотел сказать, ты здесь неуязвим. Тут же уязвили. Ты сразу снял свои лабутены, Сереж, да? Немножко лошадь. Танковые САСы. Танковые САСы. Ну, в смысле, вот я вот так буду ставить Т-95, чтобы видно было, кто тут танковая ас, самая большая. Я давеча, Сережка, посмотрел, как Мишка Маракаси бомбит, ты понимаешь? Ох. Да что за ху... Мишечка Михаил Мишуня, как же ты бомбишь? Какой ты... какой-то... Не, Михаил дал жару, конечно. Дал, дал. К такому меня судьба не готовила сегодня. Серьезно? Сейчас бы врать сидеть. Весь... Застрахуй, брат, ухуй. Да. Без урона в батах! Самый бронетанк! Что он делает? Боже, посмотри на Т-4 Хэви. Он спрятаться пытается, сука. Смотри. О боже мой! Type 4 Fat, вот как нужно называть танк этот. А Type 5 Super Fat, вот. Беда, Машка приехала. Ах, у тебя в корме, да, это беда. Побежали вперед. Опа, опа, опа. Ну что это же, никто этого говноеда не убьет, Сереж. Я не пробил, что? Хлоп. Нормально, ничего. О, эй, здравствуй. Началось, Сережка. Играем с дебилом в одной команде. Ты давай шотик, я добью. Давай. Понь. Все, отлично. Борщ, куда ты, куда? А колбаска, а сметанка? Я че тут, кого приехал-то иначе? Да твою мать, еще знаешь, самое обидное в 95-м? Вот я сейчас выезжаю на льва. Он будет от меня убегать и убьет его другой. Не. Ладно, я тебе кое-что предложу после стрима. Так, и никим не предлагать. Ну давай, возьми его, возьми его. Возьми его сзади, возьми его сбоку, Сереж. Давайте сделаем. Возьми его во взводе, возьми его. Прямо вот при всех. При 12 тысячах зрителей, возьми его. Великий, могучий. Ты чё там его это, ласкаешь ещё, чтобы он немножко возбужденным зашёл? 1750. Пьяный алкаш стрельнул мне в очко ББшкой, поджёг, естественно. Привет передаем патенту там какому-то. Просто 1750 за выстрел. Пьяный алкаш. Совершенно, как знаешь, тот ленивец из ледникового периода. Он такой... И тебе в жопу с поджогом ББ и кривой косой свертухи на ходу. Просто пиу! Опять не получим бонус за игру. Взводом ты что, тебя? Эту игру нужно удалять после этого стрима, потому что без бонуса за игру взводом на Т-95 это вообще наказание. Пошло добро. Ну ладно, терпим. Титьки-гитьки пишут. У нас какой-то взвод домнов. Нормально. Давай его это... А я не поеду, давай его сжимать. Блин, как бы задумался. Подожди, мы сейчас его сначала превратим в типа 59-го, а потом в типа 62-го, а потом превратим его. Вот смотри, он все. Сжался такой немножко. И а что такие? Распрямился. Не ты б хотя бы попал в танк, я просто. Лови, смотри, 261, бац, и потом за ним этот самый сапог. Раз, и второй артошлюх. Вот все по мне будут стрелять. Сережка, отдыхай! Отдыхай, брат! Но! И 261 ББ. Когда он там уже вернёт рубль, три, остаться в живых. 2, 1, 261. Блин, я угадал, вообще прямо перед тобой упало. Слушай, это интуиция уже, 9 тысяч. Спроси его, когда он там уже вернет рубрику «Остаться в живых». Ладушка, спасибо. Сережка, что за рубрика у тебя? Рубрика. Ну? Ну, в общем, ну? Дезертот даже на эту тему высказывался. А ты что? Ладно, не перебиваю. Сереж, рассказывай. Что за рубрика? Короче, рубрика... Ты расскажешь или нет? Да хитри, твою налево. Ну ладно, давай.
Начал уже? Дрянь такая. А? Вот, и... С фальстартами пугает, боже. А вы что там не подъезжаете ко мне? Дурюшка, я бегу. Павел Амвеевич, давайте. Я просто это, немножко... Тут откуда река, ты думаешь? Я просто сикнул. Немножечко на том. Вот, та шлюшка вон где. Ути, господи. Собака сутулая. Чувак в чате спрашивает у меня, а это Джов с тобой или нет? Нормально. Нормально обосрал. На СТБ-1, Red Card, красная карта. Есть такая черная карта, кофеек такой. Черная карта. В пушку попал ТТБ. Наверняка сломал, а может быть и нет. Боже, ты не пробил ТТБ, в смысле? Нет. Пашка, Паша, спаси. Батик спасет. Батик спасет, не спасет. Нормально отвлек. Батик спас. Батик, Сережка, еще убивай, еще делай. Че, ты топишь там, не? Топлю, да я еду, ведь тут кучи. Разработчик тут наделал куч. Сережка лучше просто. Я не знаю, что вообще будет. Живи, брат, живи. Не про... Наташка тебя убила. Натали, утоли мои печали, Натали. Слушай, женщина на арте, а там еще какая-то Саша, вдруг тоже баба. Еще раз. Паша, это была серия. Боже мой! Серега, иди на Балабанова, брат! Да, давай, делай. Если я догоню, то 90. Я 75. Давай. Я сейчас жопы ко всем арт-девочкам вставлю. Блин, гребаная Натали! Не уезжай, брат! Собака сутулая! Конченая игра! Жрите ее в жопу своей! Все, Сереж, до свидания. Я от бата отсосирую сейчас. А что это реально за... Как вот это называется сборище баб, когда на артах играют? Гей. Фоник, чфоник, всё. Всё, короче. Тупо на... Серия не пошла. А я скажу... Воистину. Вот инспирирую... Собака сутулая. А куда хоть прошибло? Ох ты ж, это опять та самая интересная. Нет, это уже мужчина, видимо. Куда же этот мракобес-то зафилигранил? В НЛД, что ли, выцелил? Вот чисто знать, своим кумулем-то собачьим. Гриль тебя ж? Да, не видно дырки, блин. Не, я про ягу. Простите. Мам. Ой, твою мать. Да что за дебилы-то в команде? Какого хрена? Да, все, меня базы выстрелил. Все, я умер. А тут еще гриль. Ой, просто всё. Неиграбельное говно этот идет опять. Просто параша осла. Моча бабуина. Батик такой, знаешь, невзначай. Да, на первой скорости. Ну и я по своим делам. А тут сзади еще и тащится. И барнил успеешь. Ок. Просто моча бомжа, а не там. И батик такой говорит. Морща успел. Все, убивайте собаки. Ты заорал так, как будто бы это самое. Ну а чё, хоть перед смертью. С работы пришел и жене так. Борща! Борща! Жена, борщ тащи, грей! Серёж, я просто открыл статулю! У нас винрейт 27! Мы что, мешаем этой команде побеждать? Сереж? А я ускользну, сейчас у тебя ты не догонишь, понял? Блин, ты вставил мне свой этот... Холоп под чапой. Доставай. Доставай свой ствол из моей мочи бабуина. Сергей! Полный назад! У нас все в говне!
Я же... Поехали вперед, раз назад! Они там друг друга в смысле, на разворот, Сергей, здесь мы победили. Четкая, лучшая победа. Куда ты поехал, мальчик? А по сапатке с кирпичом не хочешь? Да он тебя закрутит, как стоящего. Нет. Камешек. Боже, ну рикошет... Да твою мать! На тебе хомячье свое. За щечки прям засунул. Воу, что такое было? Зачем я это сделал? Зачем я поехал вперед? Зачем? Кардошка, зачем я поехал вперед? Насосано было просто до предела со всеми пирогами, с прем-аккаунтом, наверное, да, со всем и говном. Да, спасибо да. Большое, Сергею. И тебя тоже, понял? Ты вот ты. Бранные выражения — это плохо. What the fuck? Все, пока. Hasta la vista.